Светлик получился у нас пенел. Поздравляйте, дочь. Здравствуйте. Ну как у вас Новый год? Расскажите о своих впечатлениях. Ой, Женя очень-очень рада. Она не расстается ни на секунду. Как ты назвала свою лялечку, доченька? Эмили, да? Да, Эмили. А я Томочка назвала куколку. Угу. Томочка. Нет. А как? Дашенька. Дашенька? Умница. Нет, я назвала София. София? Ну хорошо. Здравствуйте. Это поздно, у тебя зажигание включается. Уже все разговаривают, а только здоровается. У нас сегодня папа на хозяйстве. Перемыл всю посуду. Куда деваться? Сварил. Кто разболел? Нельзя об этом рассказывать. Мама шампанского выпила две... Ну, там два бокала, да. Пью очень-очень редко. А тут что-то так... Вот шампанское такое вкусное выпила. И не могу. Прям голова болит и болит. Прям шевелить не могу головой. Папа и суп сварил, и посуду все перемыл. Дарина уже убежала на каток. Сейчас придет. На улице холодно. Холодно, и все равно побежала. Все равно пойду. Минус 20 на улице. Коньки у нас бесплатно дают. Хорошо. И вот они теперь бегают без конца. Вкусно. Ну, Настя еще не пришла. У подружки. Сказала, сейчас приду. И уже время. 4 часа нету. Сашенька, а тебе очень понравилась твоя машинка? Хорошо. Она ее уже опять спрятала. Такая у нас Саша тырка вообще. Садится, кушать, она побежала, ее где-то спрятала. Куда ты ее спрятала хоть? Чтоб никто не брал, да? Ну, Тома, скажи, кусю ее мальченько, и все. Тома, футболку надо Томочке Тома переодеть. Это Тома, она включает тормоз. Это включается, выключается, сломается. Ну, понятно. Тишенька, а у тебя как Новый год прошел? Нормально. Ой, ну, скажи, Тишенька, мясо наелся. Салаты готовила, почти все салаты остались. Вот сейчас салаты надо будет выкинуть. Папа, Томочку, я тебе говорила, еще утром переодеть. Нашел какую-то футболку и одел. Ну ладно, может еще вечером поснимаем, как вы куклами играете, да? Я тут не подружка. Как липучка? Как липучка? Липучка, спать от меня! Женя, не кричи громко. Женя, не кричи громко, не кричи. Сегодня... Ой, тихо, тихо. Ой, моя, ну тихонько играйте, тихонько. Ну, все, все, все. Ну, нечаянно, нечаянно, не специально. Женя, все будет поблизи снимать. Ну, тихонько. Кого? Переключить можно? Тома, смотри, переключить можно. А, переключить, не пойму, что тебе не... Да, они игрались тут. Сегодня Томочку, тихонько. Сегодня Томочку спать не ложили. Днем. Сейчас уже все лягут спать, кроме Дарьки, наверное. Да. Дарька, сегодня улица холодно. Так, тихонько, дочь, мы разговариваем. Сегодня минус 20, ходила на коньках кататься. Говорит, тепло было. Ну, каталась, у меня было тепло, скажите, а дома шли вообще такой дубак. Ну, а завтра еще холоднее, минус 25. А завтра я не хочу идти. Ну, вот. Точно это? Потому что я, вот а папа говорил. Балуется. А? Я там это, рыбачить пошел. Рыбка есть? Я не буду рыбачить. А он не будет. Пьяный. Не говори такое слово. Он уставший после праздника. Мама, а сейчас я Эмили сварю. Покажи, как ты придумала, доченька, ей носочки. Мама, можно Томочки возьму носочки? А что с Томочкой случилось? Ваня одела. Она притворилась.
Нет у нее таких маленьких. Можно, мам? Можно, мам? Томочкина. Нету там больше таких маленьких. Все большие дочери. Папа, достань там зеленые, по-моему, наволочку. Там должны быть маленькие вещи Томочкины. Ага, вот тут вот, да, да, да. Я посмотрю, какие у меня вещи, наволочки остаются, а просто не, например, рвутся. И мы вещи туда складываем. Нет, мама, я тоже буду носить на другие. Ты, может быть, ты, Эмили, подоберешь что-нибудь? Ну, подберу. Может быть, вот это? Тёмка подскакала. Вот, так вот это, вот это, вот это. Старчик будет для малыша. Я Ну да, взяла. Уже есть два костюма. Да. Эмили. Носочков нету, но это все, что осталось. Я опять все отдала соседям. Вот, мама. И вот шапочку. Что, мама? Ты что-то кидала? Да, я.